на байраке. Так, на байрак. На Балаклею написано. Пантонів ніякого того. Ви розкажіть, як ви тут жили? Як у вас зараз? Веселее трошки, да, начинается веселее. Машины ездят, люди ходят, уже на среднем поднимаются. Еще месяц ели, месяца два мыли. Да. Люди возвращаются, конечно, уже. Ну, так, да, трошки веселее. Не могли с двору выйти, не то, что купить. А куда вы ее покупаете? И не гроши, пенсии, где пенсия наша? Что же вы приехали, а пенсия где наша, блин? Что вы пенсии хоть бы за два месяца привезли? Где пенсия? Пенсия в банке. В банке. В банке вона... В Балаклеї уже... Ты же смысленно півгода рубля не дать. В Балаклеї уже пенсию вчера начали привозить. Мы туда не дойдем. А вам тоже привезут. Ну, это другое. Мы же не от горсовета, вы поняли? Мы волонтеры обычные, которые вам приехали помочь. Ты не кричи, а поддерживай, кричишь. Не бабушка, я дай секундочку. Включи бабушку, дай секундочку. За бабушку. Сейчас я иду. Він Балаклей. Ви знімаєте, як у нас не виходить? До вас не... А що ти не взяла нормально взяти кредит? Це тільки не йде. Дві. Наказ на кожного чоловіка по коробку. Про себе. Хто ви? Ой, господи. Як вас звати? Я Матухнов Вячеслав Іванович. Проживаю от рядом, молодежная 14. Ви весь час були тут? Все время ми тут. Началась війна, жену паралізувала за місяць. Лежить от 5 місяців паралізована. Ні врачей, ні лікарства, ніхто, нікуди, нічого. Лежу, мучается она, и мучаюсь я с ней. Дети где-то разбежались, нема детей. Ой, господи, я мучаюсь, и она мучается. О, нема, хоть бы лекари приехали, лекарства какое-нибудь дали. Никто, а ті щось, ті вам нічого не допомагали? Кто? Ну, от ці орки. Чтобы... Орк. Давали, два раза давали они. Два раза я получал у них тоже. Угу. Давали. Угу. Давали, кормили они, два раза давали. И вот это, они как убежали, слава Богу, хоть не стали, над головой нашей вот это все снаряды, все эти заразы, все пролетали над нашими домами. Я думаю, ну все. Как бабушка лежит, и я лежу возле ей, думаю, попадет, обоих раздерет обоих, и все. Вот. Хлів російських окупантів влаштували в звичайній квартирі. What does it say? Залишені позиції біле селище, Нова Гусарівка.
шкільний заклад в селі Гусарівка. Спалена російська техніка в селі Гусарівка.